А ты когда-нибудь был в парке аттракционов в Дубае? Если да, то ты понимаешь мой восторг. А если нет, у тебя есть удивительная возможность увидеть, как же там все интересно. Через этот ролик. Света и кукла в парке аттракционов в Дубае. Наслаждайся. Света с куклой в парке аттракционов в Дубае. Ой, смотри, какие игрушки. А пойдем мороженка поедим. Света, сыграй клешню. Еще немножко, да, я выиграла. Они пошли в дом охотников за привидениями. Прошли один коридор. Второй. Я хочу быть охотником за привидениями. И куклино желание сбылось. Света, в этой гаргулии призрак. Бах-бах-бах-бах. Сейчас Света всех порвет. Очевидно! О, нет, мы вышли на босса. Мочить эфирного человечка. Света с куклой в доме графа Дракулы. Отель Трансильвания. Здесь все как в мультике. Они катались на маленьких повозках и рассматривали экспонаты. Но самое страшное еще впереди, в следующем доме. Сейчас будет самое интересное. Это зомби-ленд. Внутри ужасные узкие коридоры. Как страшно! Какая страшная женщина! Они были уверены, что им придется сражаться с толпой зомби, но... Это просто был не зомби, да? Этот аттракцион был страшнее любого зомби. Света с куклой в деревне у Шрека. Это было целое сказочное государство. Они гуляли по мощеным улочкам, наткнулись на кота в сапогах. Аккуратней, укладка 200 баксов. Вышли из кареты и видят, разыскивается чудовище. Давай споймаем его и получим вознаграждение. Поехали на охоту. Путь был долгим. И очень опасным. Смотри, вон его осел. Главное, чтобы тут не было дракона. Света с куклой хотели поймать Шрека. Они вошли в огромную пещеру с драконом. Там увидели осла и... Смотри, Шрек! Ой, он как рыцарь спасает Фиону. Они прошли дальше по тропинке и видят огромный каменный зал. О нет, снова дракон! О, у них свадьба! У Шрека и Фионы сегодня праздник. Всюду выступают музыканты. Работает кукольный театр. Зрители ликуют. Может, не будем его ловить? Но он же злое чудовище. Злое чудовище не надуло бы для меня жабу. Света с куклой в Мадагаскаре. Там были классные карусели, но... А это для малышей, а мы идем на взрослую. Сейчас прокатимся на крутом аттракционе. Это была самая страшная горка в парке. Говорят, это самая крутая горка в мире. Я так прокачусь. Это бы выглядело вот так, но... Света, чего ты смеешься? У меня непостельные аттракционы за тебя. Я же не виновата, что по росту не прохожу. Света, ну прости меня, на попкорн. Все равно не прости. Я нашла для тебя аттракцион, сейчас точно простишь. Но Света так и не простила куклу. Света с куклой в городе Кунг-фу Панды. Вот так это выглядит внутри. Повсюду стоят светящиеся статуи героев мультфильма, а в центре площадки аттракцион «Чашечки». Света с куклой гуляли и не подозревали, что это место может быть опасным. Ведь в какой-то момент Света осознала, что кукла пропала. Я потеряла куклу. Отчаявшись, она присела на скамейку, но тут... Света успела достать куклу из пасти чудовища. Света с куклой направлялись в Болливуд. А я бы хотела быть индианкой. Я тоже. Я буду Гитой. Чтобы привлечь Раму, нужно станцевать. Принялись танцевать. Ахори-хорика. Света что-то увидела и рванула туда. Куда, блин? Я пойду на этот аттракцион. Не ходи туда. Почему? Поверь мне. Но Света, конечно, не послушалась куклу. Света знатно там орет. После аттракциона люди вышли. А где Света? Ну я же говорила. Ну что, есть ощущение, как будто ты побывал там вместе с нами. А теперь напиши в комментариях, любишь ли ты парки аттракционов и кататься на них? Или как я, боишься высоты?